Один из наиболее привлекательных уголков природы для отдыха – это лес. Но, к сожалению, леса имеют тенденцию сокращаться, и этому способствуют лесные пожары. Ежегодно на Земле сгорает 350 миллионов гектар лесов. В пожарах гибнут растения, птицы, животные, насекомые. От гари лесных пожаров страдают жители близлежащих населенных пунктов. Иногда лесные пожары возникают по естественным причинам, но самым вредоносным в лесу был и остается человек. 80% лесных пожаров происходит по вине человека. Это неосторожное обращение с огнем, непогашенный костер, брошенная спичка или сигарета, детская шалость. Находясь в лесу, наслаждаясь его красотой, вдыхая его целебный воздух, оберегайте лес от пожара. То, что создавалось природой в течение многих лет, может погибнуть в считанные часы или минуты. Посещая лес, строго соблюдайте правила пожарной безопасности. От вас зависит сохранность лесов от пожаров. Общаясь с природой, находясь в лесу, бдительно охраняйте его от огня.